Кольцо третье рабочее, обоюдное весеннее настроение не позволило одному водителю остановиться, а второму водителю вовремя заметить первого. Авто Subaru Legacy двигался по Котельниково в сторону третьей рабочей, однако заехать на кольцо женщине помешал другой автомобиль, за рулем которого также была женщина. Водитель Mazda Tribute была максимально аккуратна, ведь у нее в салоне находились дети. Но аккуратности не хватило, чтобы избежать столкновения. Мы двигались с кольца на Народный проспект, на военный Электон там у нас, а девушка двигалась с Котельниково, отвлеклась, нас не увидела, мы ее тоже поздно заметили, уже уходить некуда было. Ну вот, как результат. В подобных ситуациях разбираются две дамы? Да никак, мирно, хорошо, ждем ГАИ. Ну что, и драки никакой не будет? Да нет, зачем? Мир, труд, май. Да, да, совершенно верно. Май, мир. Самое ключевое, да? Да. Все мирно, полюбовно. Ирина, а почему не заметили Наталью? Ну, наверное, отвлеклась. Наверное, халатное такое отношение, невнимательное. Наверное, в телефоне. Было. Нет, я в телефоне не сижу, да. Как-то. Subaru быстрая машина просто. Пока ее скорости не было, нет. Не было. Не было, просто невнимательность. И один, и второй экипаж отделались легким испугом, собственно, из-за небольшой скорости, и повреждения получились не такие существенные. Оформиться бы по европротоколу, но дама на Mazda Tribute решила перестраховаться. Поэтому прибывшим на место аварийным комиссарам отказали, а к месту происшествия вызвали сотрудников полиции.